хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка, слагаемые идеального воскресного вечера. Саровская вокалистка Екатерина Голубовская подготовила для слушателей уникальную программу, в которую вошли как известные многим композиции, так и хиты в оригинальных и непривычных аранжировках. Гости клуба-ресторана «Прайм» погрузились в по-настоящему теплую и душевную атмосферу, которую всегда создает живое исполнение. Меня, я не знаю, к жизни возвращает. Живой голос, живая музыка, причем такой голос и такой тембр. Я получаю кайф. Просто отлично. И исполнительница поет очень хорошо. Мне очень понравилось. Она прям вот такая джазовая певица. Я желаю ей удачи. Все замечательно, очень уютно, очень тепло, по-домашнему. Мы с удовольствием смотрим, мы с удовольствием слушаем. Нам все очень нравится. Шикарная музыка, прекрасное исполнение. Очень тепло и уютно. Приятно находиться. Мне кажется, почаще должны быть такие вечера в нашем городе. И Екатерина Голубовская, и клуб-ресторан «Прайм» услышали пожелания гостей и готовы повторить музыкальный вечер. Солистка призналась, этот концерт для нее как проба пера. Она готовилась к нему несколько недель и очень хотела порадовать слушателей. Ожидания оправдались, а значит, такие выступления станут доброй традицией. Впечатления очень хорошие, сидят большая часть наших знакомых, атмосфера приятная, теплая, хлопают после каждой песни, хоть я им говорю, не надо, но они поддерживают. Мы будем обязательно проводить еще вечера, подключать еще других творческих ребят, чтобы было поинтереснее, поразнообразней. Это такой вот у нас пробный заход. Когда состоится очередной вечер живого звука в «Прайме», пока неизвестно. Чтобы не пропустить его, следите за афишей мероприятий на сайте sarov24.ru. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».